Значит, хочу... Ну, и писатель. Немножечко, да. Рассказать вам начало своей творческой биографии. В этом помещении, наверное, в радиусе нескольких сотен километров отсюда нет ни одного человека, который бы знал Сашу Косарева так долго, как я. Да, значит, в 1977 году, когда я еще заканчивал школу и мечтал поступить в институт, мой сосед Вадик сказал, что он меня приглашает на репетицию одной уважаемой рок-группы Свердловской. Вот. И этой Свердловской рок-группе требуется оформление сцены. Я был очень вдохновлен, пришел на репетицию, был потрясен абсолютно. Группа называлась «Перекресток». Вот. Совершенно потрясен был уровнем и качеством игры. Я был совершенно просто с ног сбит, насколько это было интересно и круто. И после репетиции ко мне подошел глава этой формации Саша Костарев. Это был такой ярко-рыжий человек в веснушках. Был. Вот, значит, да и он человек. Мне, значит, таким голосом, ну, представляете, каким, слегка сквозь зубы хихикая и матерясь, объяснил, что им нужно оформление сцены. Я сказал, не вопрос, целую неделю я потел мозгами, нарисовал какой-то эскиз, ну, это, понятно, что это слайд-шоу какое-то должно было быть, нарисовал эскиз, такой горизонт, из-за я него... Я его помню. Да, из-за него вылезает такое чудовище с лапой, страшный монстр такой, Годзилла, и там какие-то всполохи страшные. И я пришел на следующую репетицию, показал Саше этот эскиз, Саша долго хихикал, сплевывал, потом сказал, знаешь что, ты, говорит, сверни это в трубочку и засунь себе в задницу. Значит, это было начало моей творческой биографии. Вот я считаю, что... Да, это... После этого момента я понял, что я должен Костареву хоть что-то сделать, хоть какое-нибудь оформление. И вот я, сколько 77-го года прошло, я хожу за ним, каждый год спрашиваю, Саша, я могу тебе оформить какую-нибудь пластинку? Да-да-да, через две недели мы с тобой это обсудим. И до сих пор нет. А с какого момента это происходит? 77-го года. Да. Хорошая история. А Борги, ты нам сделал афиши. Офигенная афиша. Вот после этого Драконова, которого... Ну, не прошу, ты сияй. Вот. Там была нарисована некая хурга с крылышками, такая вот. Сделана в виде трафарета. То есть... Трафарет под красный, под синий, под еще какой-нибудь. Может тасовать как хочешь. Мы делали эти афишки, подписывали дату. И что-то года два, наверное, вот... Катались на этом деле. Таким образом действовали, да. А потом, ну, вся обида у меня где-то вот в 2004, наверное, году было штук 12 переездов. То есть примерно каждый месяц я менял студию, менял жилье, ну, в общем, я не сидел на месте, как называется. И я продолбал все, что от этого осталось. Там было несколько афишек и, значит, пара трафаретов. Наверное, это моя самая большая потеря. Вот эта. Да, музей бы тяжело теперь. Ну что? Да. Да, людей пора записывать из дороги. Он не смог тебе не взять. Thank you.
Шутка номер 18. Да, ты обещал название. А то мы сами придумаем. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
слова. Вадик, подскажи. Нота где? Thank you.
Ну чего, не замучили вас? Нет. Сейчас скажу, давай. Мы только начинали вникать.
Спасибо. Thank you.
Thank you.